Приветствую. На обзоре нож Кайзер, уже ставший практически классикой, уже не новый, но хорошо себя зарекомендовавший. Из премиум сегмента Velox 2. Рукоять титан, 3D обработка, такой 3D литье, скорее всего, он такой округлый. Слегка с обоих сторон одинаковый. С противоположной стороны у нас фреймлок с сухарем и ограничителем плюс. Клипса фрезерованная титановая. Вот такой жестковатой, но очень хорошей гибкости. Клин строго по центру, керамические подшипники, открываются за флиппер. Флип у нас такой небольшой плавник. Открытие хорошее. И вот что самое интересное отличает эту модель. За счет того, что небольшой плавник, он прячется полностью в рукоятку. И получается рукоять заподлицо, и не видно ничего. Фрейм заходит где-то на половину пяты клинка. Запаса еще более чем достаточно. Лайнеры не облегчены. Вес ножа 132 грамма. Клинок такой классический. С вонутыми спусками. Stonewash покрытие. Спуски более чем наполовину. Сталь 35, С35 ВН. По обуху у нас 4 мм. Сведение, как для такого обуховой, отличное. 0,5-0,55. Габариты ножа. Общая длина почти 20 см. 19,7-19,8. И длина клинка у нас практически EDC-шная, 8,5 сантиметра. Вот такой интересный, качественный, хорошо себя зарекомендовавший, удобный нож от фирмы Кайзер из премиум материалов рекомендую.